В Сочи состоялся автомотопробег. Он был организован общественной организацией ветераны спецназа. Мотоциклисты и автолюбители проехали по улицам Сочи со знаменем военной разведки. Оно и было водружено на башне Ахун. Затем участники мероприятия, а это не только спецназовцы, но и воспитанники сочинских военно-патриотических клубов, побывали на мемориале воинской славы. Там возложили цветы и венки. На базе школ мы формируем отряды военно-патриотические. Называются они «Юный разведчик». Вот. На сегодняшний день это 7-я и 16-я школа. Вот. Когда у нас будут готовы уже следующие инструктора, мы будем уже брать и другие школы и вести работу с детьми. А в сквере на Цветном бульваре у памятника воинам локальных конфликтов состоялось вручение юбилейных медалей 100 лет военной разведки. От имени властей Сочи ветеранов службы поздравил заместитель главы города Константин Чеботарь.